Одна из наиболее популярных форм работы – самозанятость населения. Причем все больший акцент делается на сельское хозяйство. Подтверждение тому – создание крестьянско-фермерских хозяйств на территории региона. Еще одно, например, может появиться в НИСИ. Сейчас будущие предприниматели собирают необходимые для регистрации документы. А пока местную молочку жители села приобретают у Александра Латышева. В этом году начинающий фермер на средства гранта из окружного бюджета скупил 3 коров. За месяц мини-ферма теперь производит до 1,5 тонн сырья. Отбоя от желающих приобрести местную высококачественную продукцию нет. В этом лично убедился представитель фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий, который побывал в НИСИ с рабочей поездкой и зашел в гости к начинающему животноводу. В настоящий момент у фермера 4 коровы, 1 бык и теленок, который появился на свет совсем недавно. Молоко фермер реализует по цене 60 рублей за литр. Хорошую поддержку на реализацию продукции, как и все молочные животноводы округа, Александр будет получать из окружного бюджета. А это ни много ни мало 100 рублей на литр реализованной продукции. Буквально сейчас на днях сейчас подписали соглашение, сейчас будем отправлять за сентябрь. Угу. Как вы считаете, хорошая поддержка это от государства? Ну, конечно, хорошая, да. Это выгодно, как бы нам хорошо реализуем молоко, как бы у нас молоко не остается, не задерживает ничего, и людям хорошо. В скором будущем в селе появится еще один молочный фермер. Лариса Ардеева планирует участвовать в конкурсе грантов на создание собственного бизнеса в ноябре этого года и организовать крестьянско-фермерское хозяйство. Дело осталось за регистрацией. Безусловно, сельское хозяйство – это приоритет. Это ведь та сфера, которая обеспечивает жителей натуральными продуктами и свежими, причем которые произведены здесь же. Помимо сельского хозяйства, предпринимателя из НИСИ интересует торгово-закупочная деятельность, в частности, та поддержка, которая оказывается в сфере розничных продаж.